Ледовый клуб, 15 червня 2024, РИК, суббота, олимпийский день сегодня в Виннице, Орешка, велопрогулка, парк, ну и, конечно, с удовольствием заглянул в Ледовый клуб. Третья наша прогулка сюда, в мае было две, а заключительная игра здесь была 28 апреля. И все это время проходит вот ремонт и с опережением графика. Пока только покраска, вот уже бетон, много всего сделано, но еще и много всего сделать придется. Так что всего еще очень много, процесс идет активно, здесь же работники, персонал, Влад, Олег. Это бетон, покрытый краской, уже свежий, вот-вот-вот. Так что в июле, дорогие, не скучаем, все будет класс, дорогие, пока бегаем, плаваем. Занимаемся ОФП, общей физической подготовкой. И Орешка с удовольствием готов поделиться обстановкой на сегодняшний день. Супер! Счастливо! Пока, дорогие! У-ху.